Всем привет! У нас на обзоре Scott Foil, или один из лучших аэродинамических велосипедов. На трансмиссии Shimano 105, механическая трансмиссия, кассета также Shimano 105. Байк в идеальном состоянии, все компоненты у него стоковые идут от компании Syncross. Это их, собственно, компания, которая непосредственно производит компоненты для велосипедов Scott. Ну и не только. Также сидушка Syncross. Обычно они еще и делают обода, но на данном велосипеде установлена обода Shimano Ultegra. Хорошая обода, качественные, как гоночные могут подойти, так и обычные тренировочные. Вот, монетки у нас также Shimano 105. Ну и размер данного велосипеда 58 для высоких ребят. Весит данный велосипед не очень много, порядка 7,9 килограмма. Тут вот имеется такое обозначение foil. То есть почему foil? Они взяли эту технологию от природы, то есть когда капля водяная летит вниз под силой тяжести, она образуется в такую аэродинамичную форму, которая имеет наименьшее сопротивление по отношению к воздуху. Также компания Scott захотела произвести эту технологию, эту форму капли на свою раму и сделать ее максимально аэродинамичной. Потому как мы знаем, что производители этих велосипедов, они стремятся за весом и за аэродинамикой в основном. Вот. Данный велосипед продается у нас на Авито. Если он вам понравился, вы можете написать нам непосредственно в Авито аккаунте. Ссылка на Авито аккаунт находится в описании под видео. Ставьте лайки, если есть что добавить, можете комментировать данное видео. Подписывайтесь на канал, если он вам полезен. Дальше будет большое количество видеообзоров, хороших шоссейных велосипедов и не только.